Отлично. Ух ты. О, а тут салон дверей. Слушаем так, это бомбоубежище. На случай войны, вообще война уже идет. То есть на время войны это бомбоубежище. Возможно, оно будет использоваться даже минуты. А возможно, оно будет использоваться каждую ночь. А возможно, дай бог, и не будет использоваться. Да, но для этого оно должно быть подготовлено как бомбоубежище. Значит, двери вы кладете вот туда вот. Складываете, их никто не вынесет. Дальше даете один ключ инициативному лицу, который здесь все время находится. Еще один ключ от сооружения вы даете в ЖЭК. Ну, у меня сейчас на данный момент пока один ключ. Значит, а один ключ я смогу... Значит, первое. Вначале фамилия, имя, отчество и телефон. Ламбрина. Желательно документ. Так кто же знал? Документы я не брал. Сказали быстро, я из дома еще не находился. Я находился в другом месте. Я за вами разговариваю, пока бросьте эту хрень, иначе я вас сейчас сверну и буду разговаривать со связанным. Вы поняли меня, нет? Да, я понял. Не шутите с властью. Ничего сложного не требуется. Да, пожалуйста, реально. Нужно на двери написать трафарет в бомбоубежище, что при вашей технологии совсем легко. Правильно? Далее, ключ, я сказал, где должны быть ключи. Угу. Это к утру. Ну, центр желательно освободить. Ну, это да, это освещение у вас есть. Да. Далее, какие-то лавки, примитивные самые, сесть получше, прекрасно получше. Того, к сожалению, здесь только 300. Ну, значит, покладите вот так вот дверь, они сейчас вот на эту дверь, по крайней мере, бабушки. Может, тут будет 300, может, одуванчика бабушки, может, тут будет 50 человек спасено, мы не знаем. Я понял. И вы потом себе орден повесите за то, что вы спасли людей, реально. Я не знаю, куда будут падать ракеты. Может, они вообще не будут падать, и тогда вообще сюда никто не зайдет. А может, они будут падать, как то я не знаю. Все украинское, сумасшедшие власти, на уме, я не знаю. Их плавно. Они концентрируют ракеты, в том числе тактические. Эта ракета сносит полквартала. Ну, да. Поэтому люди должны справиться близко. Не идти куда-то там в автошколу за квартал отсюда. Или на завод. Они должны справиться у себя в доме и пересидеть это дело несколько часов. Потом я выйти целыми. Вот и все. Поэтому в любом договоре, по аренде в любом договоре должно быть прописано, по крайней мере, обязано быть прописано. Вот такие вот случаи. Война, падение Челябинского метеорита. Форс-мажор. Да, это на это время прекращается. В любой капиталистической... Нет, если ничего, этот магазин законсервирован. Ну, тем более. Ну, магазин меня не интересует. Пусть он хранится что угодно. Меня интересует подземный сразу. Лишняя табуретка есть, долго. Безусловно. Снесли в подвал, пусть да, он будет. Да, естественно. Потом бежать некогда. Балплет какой-то. Что-то. Нет, я просто о том, что ракета летит в минуты. Любая. Хоть рада, хоть вот, такая. Вот поэтому я говорю, что каждый снес. У каждого тут своя табуретка. Тут тупун, вряд ли. Лавочка, какая-то табуретка. Просто мне сейчас я даже не знаю. Но... Короче, Константин Васильевич. Да. Мы друг друга поняли. Да. Все. А где эти парни? Можно мне кого-то выделить, хотя бы, чтобы мы вот это двери? Я один просто не справлюсь. Они упадут просто. Вот только что был со мной тут. Формат А4 и написать, что это оторвут к черту. Нужно... Можете писать. А другие красочки, да. Пропустите машину. Ой, не достаточно, чтобы это было кисточкой написано. Все равно как. Но это должно быть сделано. Женька тоже привлеку к этим делам.